Я пришел сюда, чтобы сделать прививку, потому что хочу позаботиться о своем здоровье. Вот. Потому что это важно. Ильдар – один из многих школьников, которые поспешили в поликлинику, как только туда поступила новая партия вакцины от коронавируса для подростков. Всего в Пензенскую область пришло 800 комплектов препарата «Спутник М». Все они уже распределены по медицинским организациям региона. В основном все наши дети перенесли ее хорошо. То есть, в общем, даже тех реакций, которые бывают у взрослых, это постгриппозный синдром, у наших детей не было. Это легкое недомогание, субфебрильная температура, но это нормальная реакция, потому что начинает вырабатываться иммунитет, и дети этим достаточно хорошо справляются. На сегодняшний день в Пензенской области первый компонент вакцины получили уже более 1200 подростков. Полностью прошли процедуру 828 человек. И несмотря на то, что число заразившихся коронавирусом, в том числе и среди несовершеннолетних, с каждым днем снижается, медики призывают не откладывать укол. Ситуация сейчас с ковидом улучшилась, но эпидемиологи прогнозируют все-таки ухудшение ситуации в майские праздники и летом, когда более будут мобильные дети, подростки, они очень мобильная социальная группа, поэтому рост заболеваний может быть, поэтому мы советуем прививать заранее. Пункты вакцинации от коронавируса подростков действуют в 8 детских поликлиниках города Пензы. Информация о расписании работы прививочных кабинетов на сайте медучреждений и доступна по телефону 990-130. Предварительная запись на процедуру осуществляется в регистратурах.